Надежда Владимировна не первый раз работает председателем избирательной комиссии. С инструкцией по пожарной безопасности знакома давно. Однако, как утверждает женщина, очередное напоминание основных правил – залог безопасности. Помещение нас за всеми пожежными нормами задовольняє. Площадь достатня для кількості виборців. Також вона оснащена всім необхідним. В приміщенні є два входа, є запасний вихід для виборців. Для главного инспектора по пожарному надзору Белгород-Днестровского района такие выезды тоже не первые. Александр Чуханенко предупредил, что в связи с нестабильной обстановкой в стране на избирательных участках могут происходить различные инциденты, к которым необходимо быть готовым. И еще раз напомнил членам комиссии, как правильно пользоваться огнетушителем. Необходимо просто вытянуть чеку, да, и локализовать. Да. Вот сразу пожежи, десь на відстані 1 метр. И просто натиснути. Да. Да. Одного вогнегасника с зарядом 5 кг хватит приблизно на 15 квадратных метров пожежи. В свою очередь Надежда Владимировна уверяет, что на их избирательном участке в плане пожарной безопасности все учтено. Управление службы по чрезвычайным ситуациям рассказывает, что такие проверки перед началом выборов – это одна из основных задач для сотрудников МЧС. Инженерный инспектор с вкладом Білгород-Дністровського міськрайонного відділу до початку проведения выборов необходимо проверить всі виборчі дільниці, де будуть проходити вибори, на наявність первинних засобів пожежогасіння, на наявність евакуаційних виходів, щоб вони відповідали нормам, щоб були обов'язково проведені інструктажі з усіма членами виборчих дільниці. В день виборів в обов'язковому порядку на кожній дільниці буде чергувати наш співробітник. Нині перевірка пожежної безпеки на избирательних участках в Белгород-Дністровському продовжується. Работники МЧС призвали жителей города быть внимательными и, конечно же, придерживаться всех норм пожарной безопасности. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ.